Всем привет, с вами Flutter, и мы сегодня будем делать реакцию на такое вот видео, как громовые коты с точки зрения науки. Да, мы возвращаемся к реакциям на с точки зрения науки, и у нас сегодня громовые коты и Санта-Клаус с точки зрения науки. Ё-моё. Сейчас он... Нет. Выключись. Еще не начали. Ладно. Начнем мы с громовых котов, наверное. Значит. Наука! Научно-достоверные громовые коты! Окей. Да, они пришельцы, но не спеши с критикой своей. Мы знаем, что они наполовину люди, так игрушки продаются быстрее. Да какие же на самом деле кота, мужики? Рассмотрим их биологически. Научно достоверные коты. Грома боятся они. Их пенисы шипастые, так было испокон веков. И спать на животе им не дает множество крючков. С точки зрения науки кот гораздо тупее собаки, наука не врет. Их память длится лишь 10 минут. Потому хозяев коты наугад узнают. В моче у кошек токсоплазма, это хитрый паразит. У людей он может вызвать кожный зуд и суицид. Кошки-капрофаги, чтоб ты знал. Это значит, они едят свой собственный кал. Говно от еды ни один кот не отличит. И мы убрали куплет про то, как цепляют кошачий спит. Кошачий спит! Окей, это было достаточно-таки странно. Ладно. Еще Санта-Клаус с точки зрения науки, боже мой. Санта-Клауса еще изуродует. Санта дарит подарки всем малышам. Как же успевает он тут и там? С научной точки зрения расскажем мы о нем. 91 миллион детей вокруг. Санта должен летать в 300 раз быстрее, чем звук, или тратить по 0,001 секунды на дом. В мешок 300 тысяч тонн игрушек набито. Такой вес оставит кратер, как от метеорита, диаметром в 2,4 мили. Окей. И праздник-то языческий, но это просто к слову. Его римляне присвоили, взяв миф об Одине за основу. А он бог войны и смерти, вкурили? До нужной скорости, если он врубит форсаж, сопротивление воздуха превратит Санту в фарш. Наверное, так он помещается в дымоход. В слоях атмосферы сгорят олени к чертям. А что, Санту не слышно? Да хрена там, за полсотни миль его взрыв ушей достает. Кстати, эльфов не бывает. В цехах игрушки создают. Причем 85% в тех странах, где нет запрета на детский труд. А ну за работу! Друзей позови и ель наряди. Всех с Рождеством от Fox ADHD. А китайцы едят оленьи члены. Вот так. Почему в каждой, мать его, серии с точки зрения науки затрагивается тема членов? Я этого не понимаю, боже ты мой. Ну да ладно. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Flutter, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и всем пока.